Исполняющая обязанности главы администрации района Марина Наумика провела еженедельное планерное совещание. Перед началом совещания вручены благодарственные письма и почетные грамоты. Чествовали руководители учреждений, жители района и предприятия, занявшие призовые места в районном конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда. Охрана труда Северского района, всех муниципальных, всех частных предприятий, она достаточно на высоком уровне. Мы из года в год добиваемся положительных результатов. Поэтому большое спасибо всем еще раз награжденным. Так держать. И еще раз повторяю, что это не только производственные победы, хорошие результаты, качество, но самое главное – это сохранение жизни тех, кто приносит славу каждому предприятию. В ходе совещания обсудили меры по обеспечению правопорядка в период подготовки и празднования майских праздников. В районе пройдет множество мероприятий, поэтому в охране общественного порядка ежедневно будут задействованы сотрудники полиции, казаки, народные дружины. Силовые структуры переходят на усиленный режим несения службы. Особое внимание уделено организации охраны памятников военной истории, обелисков и воинских захоронений. Под контролем и вопрос реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. 2-3 раза в неделю мы отрабатываем. Значит, временной режим реализации спиртосодержащей продукции, фальсифицированной спиртной продукции. И, естественно, особое внимание уделяем работе по недопущению фактов реализации несовершеннолетним спиртосодержащей и табачной продукции. Празднование 1 мая, затем и Дня Победы – одни из самых значимых мероприятий в году, которые должны пройти без происшествий. Коллеги, мы, еще раз повторяю, не только душевно и красочно должны провести эти мероприятия, мы должны предпринять исключительные меры по обеспечению безопасного проведения всех мероприятий в праздничные дни. По уже сложившейся традиции, особое внимание также уделено проделанной работе по благоустройству района и планам на текущую неделю. В Северском районе проходит ставшая уже традиционной акция «Синяя лента апреля» в память о жертвах домашнего насилия. Синяя лента – это символ борьбы с жестоким обращением с детьми. Означает он не ясное небо, а следы синяков на теле ребенка. Впервые этот символ возник в США в 1989 году. Американка Бонни Финей узнала о гибели своего 4-летнего внука от рук родителей. Случившаяся трагедия потрясла Бонни, и она решила посвятить всю свою оставшуюся жизнь борьбе с домашним насилием. Во время похорон внука женщина привязала синюю ленту к антенне своей машины в память о причине смерти внука. Вскоре к Бонни присоединились и другие люди. В результате акция получила международный статус. В Краснодарском крае она проходит уже несколько лет. Сотрудники Управления социальной защиты населения Северского района вместе с представителями духовенства и казачества посетили школу номер 32 села Михайловского, чтобы рассказать детям об акции. Добро рождает добро. И вот сегодня, в день, когда мы вспоминаем синяки и царапины, давайте вот эту ленточку посмотрим еще раз. И она навсегда останется нашим символом того, что мы их не хотим. Нам не нужны синяки. Нам нужно добро. И мы его будем делать. Детям рассказали об истории акции и по традиции раздали синие ленточки, которые они повязали друг другу в знак солидарности со всеми, кто борется с домашним насилием. Узнали о синей ленте и воспитанники детского сада номер 15. Несмотря на малый возраст, ребята активно включились в беседу и пообещали рассказать своим родителям об акции. «Синяя лента апреля» – это акция, которая напоминает нам, взрослым, как мы должны относиться к своим детям. Ведь дети – это счастье, дети – это радость, дети – это солнечные капельки, дети – это ответственность. Мы обращаемся ко всем заинтересованным лицам. Если вам что-то известно о каких-то проблемах в ваших соседских семьях, не молчите, не проходите мимо этого. Важно предотвратить жестокость, важно убрать насилие, потому что мы, взрослые, в ответе за своих детей. Ежегодная акция «Синяя лента апреля» продлится до конца месяца. В преддверии знакового для нашей страны и мира в целом праздника Великой Победы мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни за мир и свободу. Но сегодня мы говорим не только о тех, кто бил врага на фронте, но и о людях, не давших в это страшное время погибнуть искусству. Искусству, которое тоже спасало жизни. За годы войны на фронт ушли 45 тысяч артистов. В составе фронтовых бригад были певцы, музыканты, актеры, чтецы, артисты цирка. Они дали в тылу и на передовой 1,5 миллиона концертов, в день по 10 выступлений. Артисты под пулями, рискуя жизнью, поднимали боевой дух советских солдат и с песнями шли к победе. Не стали исключением и артисты Краснодарской краевой филармонии.
В 1944 году краисполком возобновил деятельность Краснодарской краевой филармонии, приостановленную по причине военного времени и оккупации Краснодара фашистами. На правах эстрадного оркестра в состав Краснодарской филармонии вошло концертно-эстрадное бюро. Для обучения кадров были организованы бесплатные двухмесячные курсы по подготовке артистов эстрады и цирка с отделениями вокальным, музыкальным, художественного слова и цирковым. В апреле 44 года при филармонии создали ансамбль песни и пляски кубанских казаков. Концертную деятельность он начал с середины сентября того же года. В состав филармонии в 44 году входило 9 эстрадных бригад: театр мюзик-холл, ансамбль песни и пляски, театр аттракцион. Репертуар филармонических концертов пополнялся сочинениями краснодарских композиторов. Несмотря на то, что шла война, в край на гастроли приезжали Куйбышевская, Пензенская и Свердловская филармонии. Планом на 44 год было предусмотрено 1500 концертов. По факту дано было 2770. Военное время – время боли и скорби. В годы Великой Отечественной войны беда коснулась каждого. Но пока солдаты и офицеры сражались с врагом на фронте, артисты, музыканты, хореографы, поэты и драматурги делали свою, не менее важную работу. Дарили людям надежду. Праздничный концерт, посвященный Дню местного самоуправления, состоялся в Доме культуры станицы Азовской. В зале присутствовали сотрудники органов местного самоуправления района, депутаты, общественные деятели и активные граждане. Помимо решения важных и актуальных проблем населения, органы местного самоуправления представляют и отстаивают интересы граждан в структуре государственной власти края и страны в целом. Защищают интересы людей, помогают в решении проблем и заботятся об их благосостоянии, являясь маленьким, но безусловно важным элементом в огромной системе российского государства. Люди, которые сегодня олицетворяют самоуправление в Северском районе, они напитываются народной мудростью всех присутствующих в зале, становятся сами сильнее, становятся сами богаче и делают богаче наш с вами родной край. За это хотелось бы поблагодарить всех присутствующих, потому что каждый из вас вкладывает частичку собственной души в процветание нашего государства в целом и нашей малой родины в частности. Корни праздника уходят далеко в историю. В 1785 году императрица Екатерина II подписала документ, который положил начало правовым основам местного самоуправления в России – жалованную грамоту городам. На сегодняшний день в состав Северского района входит 12 городских и сельских поселений, где проживает более 120 тысяч человек. Для эффективного взаимодействия с населением на территории района работают 104 территориальных органа местного самоуправления. И в каждом из них работают компетентные люди, которые стремятся сделать жизнь района лучше. Поздравить героев дня приехали творческие коллективы района. Работникам местного самоуправления вручили благодарственные письма за особый вклад в развитие муниципалитета. Театр – истинный храм искусства. Слова Виссариона Белинского в полной мере отражают всю многогранность, глубину и таинственность театральной сцены. Существующий с древнейших времен и не теряющий актуальности, театр завоевывает все больше новых поклонников и среди зрителей, и среди начинающих актеров. Третий районный фестиваль театральной подмостки, приуроченный к 75-й годовщине со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершению битвы за Кавказ, прошел в Доме культуры станицы Северской. Творческие коллективы со всего района собрались на одной сцене, чтобы продемонстрировать свое мастерство и, конечно, порадовать зрителей. Конкурсанты выступали в трех номинациях – фрагмент спектакля «Инсценировка», литературно-музыкальная композиция и художественное слово. Оценивала конкурсантов строгое, но компетентное жюри под председательством преподавателя театральных дисциплин Краснодарского краевого колледжа культуры Михаила Косымова. Со сцены звучали произведения русских классиков Грибоедова, Паустовского, Горького. Начинающие артисты из Новодмитриевского дома культуры воплотили на сцене отрывок из романа Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Я еще в мае отправила Арика к родителям. А сама теперь пытаюсь спасти чужих детей. Геройством от тоски спасаешься. Ясно. Ну, а ты? А что я? А я тебе. Всю мою семью. Всех из пулемета уложили. Обстрел? Обстрел. Семью там состава захватили. И под пулемет. А меня из солнца спрятала в доме напротив. И я все видела. Популяризация театрального искусства, сохранение традиций и развитие творческих коллективов района – основная цель подобных мероприятий. Но это лишь одна сторона, ведь на театр можно смотреть из зала, а можно из-за кулис.
В рамках спартакиады среди команд городских и сельских поселений и предприятий учреждений Северского района на стадионе «Олимп» прошли сельские спортивные игры. Организовали игры управления по физической культуре и спорту администрации района. В программу соревнований включили бег, силовую гимнастику и достаточно зрелищный и необычный конкурс косарей. В истории нашего района этот конкурс проводился впервые. Скосить траву на скорость стала главной задачей для его участников. Полсотки на каждого спортсмена и одна коса в руки. По условиям соревнований от каждой команды выступали один мужчина и одна женщина. Косить можно было хоть вдоль, хоть поперек. Оценивали скорость и качество. Чтобы быть успешными в краевых соревнованиях, мы проводим все соревнования по программе первенства, по программе спартакиады Краснодарского края. И здесь вот такие для нас, казалось бы, экзотические виды спорта, как троеборья или по-другому соревнования косарей. Потом у нас будут соревнования дойеров, это тоже троеборья. Соревнования по масс-рестлингу, ну и еще ряд соревнований, которые традиционные. Всего программа в себя включает 12 видов спорта, которые охватывают различные направления. Ну и в данном случае для нас, казалось бы, экзотические. В соревнованиях приняли участие команды из 7 поселений района. Такого количества не ожидали даже сами организаторы. При всем разнообразии спортивной жизни нашего края сельские игры имеют свою особенность. И главная их цель – сохранение и возрождение спортивных традиций на селе и развитие народных видов спорта. На всероссийском этапе Краснодарский край на протяжении последних лет выигрывает и занимает призовые места. И очень отрадно, что спортсмены Северского района составляют весомую долю в сборной региона. Детский турнир по мини-футболу на встречу чемпионату мира 2018 в России состоялся в минувшие выходные. Футбольные коллективы юношеских спортивных школ района 2006, 2007 и 2008-2009 годов рождения боролись за звание лучшей команды. Несмотря на юный возраст спортсменов, игра выдалась жаркой. В течение всего турнира футболисты с азартом боролись за мяч и отражали каждую атаку противника. Показав отличную игру, почетное первое место как среди команд мальчишек 11-12 лет, так и 9-10 лет заняли команды ДЮ США номер 3 ПГТ Черноморский. Примечательно, что футбол в районе достаточно популярен, и родители приводят в секции детей с 5 лет. И, конечно же, победы и результаты команд зависят от хорошо подобранного тренерского состава.